чтобы тебя удивлять, тебе нужно, чтобы был какой-то сюрприз. And I know, but they have a real sense, because it looks very serious, you know, but they have a real sense of humor, you know, and this is also very Хотя юные шведские повара выглядят очень серьезными, говорите, но на самом деле у них прекрасное чувство юмора. Вот эти блюда сервированы с прекрасным чувством юмора. And sometimes you say cuisine is a theater, and which was a mistake before, 10 years ago, the theater, you know, was a kind of show-off cuisine, which was awful. And now it's also a theater, but a new kind of theater, more, you know. Вот обычно говорят, что театр, что кулинария это род театра, но это не значит трагический театр. Вот новая кулинария, она с одной стороны, конечно, чрезвычайно театральна, а с другой очень элегантна и забавная. This is an elegant theater now. Elegant. So, and then, очень элегантный театр. And then very last week we create a snow texture from smetana. So how did you do that? With a packet jet? Yeah, we do it with a packet jet. I don't know if you use it, if a packet jet is really used here in Russia or in Moscow, but it's one of the most important materials now in France, Italy, and Spain. Which allow you to do things like that, like a snow. You can like ice cream, but also snow. Yeah. So you we had a little bit of problem with the freezer, so it's not as cold as it should have been. But explain, don't taste. Значит, это снежная фактура на тарелке. Это сметана по каджетам, превращенная в такую снежную пену в глубокой заморозке. Люк посетовал, что по каджет редко используется русскими поварами, а ведь это один из главных инструментов. Кстати, по каджет выглядит вот так, а представитель компании, которая здесь торгует, есть в зале и обещал рассказать про по каджет, если кому будет надо. Это очень жирная сметана, поэтому она желтоватая. Очень жирная деревенская сметана, взбитая в процессе заморозки, без добавления чего бы то ни было. Она чуть-чуть с льдиночкой такой во вкусе, но очень свежая и по сметанному сладкая, по сметанному элегантная. Eating little crystals of snow on your kid, you're outside, and you Люк говорит, по вкусу это вот как и во рту, такое ощущение, как будто ты ребенок и пытаешься есть снежок. Но снежок, черт, довольно вкусный. Действительно, полностью присоединяюсь. Прекрасный образ. Ровно то, такое детское ощущение, снега наелся. Это новый путь для огурцов и сметаны, новый шведский десерт, новый способ наесться снежков. Two monkeys eating snow. Thanks a lot. All our audience are 100% from Sweden. All our audience, Sebastian Persson из Швеции. Thank you. It was a pleasure. Thanks. Thank you. Good luck for everything. So thanks a lot.